Всем привет, меня зовут Саня, вы смотрите канал Работа Мечты, это у нас No Man's Land продолжение, смотрите какой у нас уже тут тростник, вообще ужас, уже выше меня, круто, скоро будем собирать, но не очень скоро, осенью. А сейчас у нас август и созрела сорга, поэтому я вот на Масяне привез вот эту штуковину, жатку, пришлось купить на последние деньги, но ничего не поделаешь, поэтому сейчас прыгаем в трактор. Прыгаем в... А, у нас, кстати, еще вывести надо мебель. Вывести надо шоколад, получается. Ага, с маслом. Ой, шоколад с маслом. Шоколад... Ай-яй-яй-яй. Шоколад. И что там еще произведено было? Сыр. Сыр мы производим. Вот, сорга у нас для куриц, поэтому мы это все дело будем хранить. Хранить пока что. Или подожди, куда мы сорга-то курицам, по-моему, да? Да, сорга, по-моему, курицам мы заготавливаем. Так, у нас получается сейчас нужно комбайн. Нам нужно что? Мульчеры подготовить. Вот у нас есть мульчер сразу. Пустим за комбайном. Оп, вот так вот. Сразу приготовим. Вот, подготовим уже сразу к осени. К весне, вернее, это все дело. Поэтому нам нужен... Ух ты ж, ни хрена себе тут яма оказывается. Это надо заровнять. И прямиком, наверное, незамедлительно, пока я помню. Так, 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 так. Вот так вот немножко как-то это подровнять. Потому что что-то... Что-то пошло не так. Вот, вроде бы... Вроде бы немножко подровнялось, да? Ну, вроде бы немножко. Ладно, хорошо. Так, мульчер у нас приготовлен с масяней. Дальше у нас тут мебель есть, которую мы вывезем. Дальше у нас вот этого молодого человека. Подожди, а на сколько ты у нас коней? А на сколько у нас так? Значит, этого, подожди, этого отставить. Вот этого молодого человека нужно забирать сейчас. Куда бы нам эту жатку по... Я даже не знаю. Ну, давай тут где-то и бросим. Примерно вот тут вот. Отлично. Так, мы еще по факту, получается, должны кучу денег, да? То есть мы куда-то работаем, все это как-то непонятно. Работаем, а толку не очень много. Что у нас по продаже? Ага, ничего особенного нет. Маленький трактор, он нам не нужен особо, если только мульчеры тягать какие-нибудь. Но у нас, в принципе, пока что хватает. Итак, сейчас тогда, получается, запрягаем трактора, запрягаем машину, запрягаем все. И... Двигаемся убирать. Ну и потихонечку будем суетиться по хозяйству, потому что... А, все, я вспомнил, куда я деньги дел. Вернее, куда я их брал. Потому что у нас получается... Я долг-то частично возвращал. Но сейчас он опять составляет 300 тысяч. Я брал долг вот на эту штуковину. Ой, это не та штуковина, подожди. Вот на эту штуковину. Плотницкая. Это у нас вторая плотницкая, которая производит еще мебель, потому что из вот этого комплекса очень много, получается, планок, досок, которые мы даже, вот видишь, я не успеваю их распределять, они тут потихонечку складируются, я их складирую. Вернее, я складировал, пока не поставил вторую плотницкую. Теперь у нас получается, у нас свекла закончилась, короче, и сахар, вот еще остатки есть, но... Так, дерево планки. У нас есть планок 3000. Оно распределяется. Здесь планок максимум. Здесь планок максимум. То есть получается одна лесопилка, две плотницких обеспечивает. Это хорошо, это хорошо. Это отлично. У нас еще есть запасы дерева. Немного тут валяются. Так что все у нас в принципе вроде и даже неплохо. Поэтому напомню, что есть еще второй канал, на котором выходят разные всякие игры. Вот, и есть, это если интересно, что-то кроме фермы, да. Мы сейчас там проходим интернет-кафе-симулятор, строим свое кафе, интернет-кафе, да, ставим компы крутые, всякие игровые автоматы, там приставки и все остальное, там прикольно.
Довольно прикольная игрушка, хоть и багованная, такая простенькая, инди, но прикольная. И есть еще канал по танковым стримам. Я немножко поигрываю в World of Tanks и играю, иногда стримлю это все на еще на другом канале. Вот. То есть получается, все ссылки в описании. Переходите, если интересно, если хочется больше контента от меня, то и поддерживайте все это лайками, комментариями, все, как мы любим. Ну и все, погнали! But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Все шевелится. Вот она. В смысле ты хочешь назад ехать? Чего? Да как так происходит? Я не понимаю, почему колесо назад крутится. Ну да ладно. В общем, тяжко. Очень-очень тяжко этой машине. Она. Я не знаю почему, но она скользит. Может, ну ее в баню. А вот у нас первый. Ну, правда, 60 кубов. Так-то это очень немало, но как-то очень странно себя ведет машина. Возможно, мы приобретем что-то другое, что-то более интересное. Потому что что-то прям как-то непонятно себя ведет этот тягач. Да, тягач нам пригодится в любом случае, но... Ничего, не понял. Короче, у нас есть 60 литров. Так, смотрим, у нас... У нас, кстати, очень много жидкого навоза, очень много навоза, почти 500 000 литров. Так, у нас тут какая-то свёкла... А у нас еще 12 литров свеклы. Точно. Надо поехать забрать. Так, бобы и сорга. Отлично. Еще там какие-то остатки бобов. Там хрен поймешь, что только не валяется на этом складе. Поехали в склад. Сейчас заберем. Пусть он сахар пока что производится. Чего он киснет просто так? Где тут забирать? Где-то тут. Заберем, сразу выкинем. Так, свеколочка. 12 тысяч литров. Все, отлично. Очень тяжко. Очень тяжко. Вот, я еще хотел, кстати, перегрузчик приобрести. Но получается перегрузчик... Рановато, по той причине, что у нас есть 300 лошадей. Вернее, нужно 300 лошадей. Да почему оно каждый раз как-то по-разному выгружается? Достало. Нужно 300 лошадей для перегрузчика. С винтовым конвейером, вообще, этот, как его. Ну, вы поняли. Прицеп. А у нас один трактор только. Соответствует требованиям, в нем 415 лошадей. Вот, кстати, вот он. Вот он тут ждет. Сейчас мы тебя выпустим, подожди. А то у нас тут... Я не хочу в поле заезжать на этом... на этой машине, потому что она точно оттуда не уедет. Поэтому и посетила мысль... Посетила мысль по поводу прицепа с перегрузчиком, но нужно, в общем, наверное, или вместо Масяни, или вместо, наверное, Джундира, еще один такой трактор, вот такой вот фент. Потому что требуется уже в основном более чем 300 лошадей. Вот этот дискатор, например, он 350 требует, перегрузчик. 300, а в нем в тракторе ровно 300, поэтому, ну, будет вот прям впритык. Так. Погнали. Хорошо. Что дальше у нас? Так, хорошо, хорошо, все хорошо. Семена есть, молока есть немножко. Того нет, этого нет. Удобрения есть немножко. Так, и здесь у нас даже есть гербициды. Хорошо. Так, нам нужно это все засыпать будет известью, потому что нужно. Так, а если мы известь посмотрим? Так, а остальное отлично, хорошо. Известь, да, говоришь? Ну, поехали, пока известь сыпать не будем. Вкинем, получается, сейчас еще раз пройдем по... Подудобрим. Решил сразу все на этом поле, все нужные махинации сделать. Есть одна проблема. В конце вот этой проходки
по какой-то неведомой мне причине ребята перестают, они доезжают до конца и перестают работать. А дальше они продолжают работать, если их надоумить, то они как бы нормально едут. Непонятно, что это, но имеем, что имеем. Так, а нам получается... Так. Ага. Нам еще все равно пахать. Нам еще все равно пахать. Вот в чем прикол. Ладно, сейчас еще проходочку сделаем, чтобы дискатору было нормально. Потом, получается, мы что делаем? Известь. Известь я приготовил, да. Ну и после извести, наверное, перепашем. Перечизелируем. Вот. Так, трактор у нас этот маленький мульчирует. Кстати, уже заканчиваем. Уже заканчиваем. Считай, что маленькая полосочка остается, к сожалению. Это очень плохо. Криво немножко берет с большим перехлестом. Или не с большим. Кстати, так я до сих пор заправку не построил на базе. В общем, странно как-то тут все это происходит. Ну ладно. Отлично. Хорошо. Так, чтобы не было у нас, получается, весной. Ой, после посева не было сорняков. Мы это все дело вспашем. Здесь что-то вообще потерялся. Прям сильно потерялся что-то. Что-то я не могу. Не могу сосредоточиться. Буквы путаются. В голове что-то я... Что-то я... Так, где тут? Ага, вот тут. Прикольно. Ну, очень хорошо. Очень отлично. Все. Так, тебя тут ставим. Пока что за комбайном сейчас нужно проследить. Отправить. А то он сейчас пойдет там горы эти косить. Это нам не нужно совершенно. Сейчас мы аккуратненько его... переставим на нужную нам линию. Хорошо. Так, 1200 зарплаты, неплохо за час. Так-то я бы тоже не отказался зарабатывать 1200 долларов в час. Да ладно, в час. Я для начала можно и в рублях. В смысле, ты куда собрался? Ладно, тут у нас придется ручками доделать. Я вас понял. Едем ручками. Немножко странно определяется у нас, сколько ты определяешь. 12,5 рабочая ширина. Понятно, я понял. А у нас 13,5. Так-то. У нас 13,5. Немножко. Совсем немножко разница в метр. Да, у нас 13,7 даже. Я не знаю, почему 12,5 определяет. Это печально. А, слышишь, может быть, чисто теоретически... Это происходит по причине... Ой. По причине того, что он ее определяет... Вот как эту? Как какую? Нет такой жатки 12,5. Наверное, как эту определяет. Это у нас 30,50 терафлекс. Это у нас 31,62 терафлекс. В общем, хрень какая-то очередная у нас творится. Ладно. Надо запомнить будет. Что у нас тут? Отлично все происходит, все шикарно, все круто. Так, ты. Угу. Небольшое полюшко, а столько работы. Как бы, да, казалось бы. Столько техники задействовано, столько работы. Учитывая, какое у нас вот это гигантское поле, это будет жопа.
по-честному, признаемся по-честному. Сейчас выгрузим. Сколько у нас итого получилось? Ну, в принципе, очень неплохо, да, получилось с такого маленького поля. Ну, считайте, что мы поработали это на будущее, когда-то. Когда-то потом у нас появятся курочки, и они порадуют нас своими яйцами. Вот. Ну, в принципе, считайте, 60 тысяч литров и еще... Еще сколько? Еще 25. Супер. Давай, 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 бедняга. Не. А как же ему сложно ездить тут по грунту. По грунтовочке. Очень сложно, очень печально все. Вот. Отлично. Все, шикарно. Ну что ж, продолжаем заниматься полем. Сейчас машину переставим. Зачем по умолчанию стоит подъем всего этого дела, а не движущийся пол, я не знаю. Поэтому приходится каждый раз, то есть получается при каждом этом, да, надо будет. Ой, дурдом, дурдом. Ну ладно. Где-то тут поставить. Так, я сейчас сломаю. Все. Все, погнали дальше, доубираем это все дело. Ой, в смысле, доделаем с этим полем дела. И будем продолжать дальше. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. I'm coming home to you.
Шикарно, все готово, поле подготовлено максимально, максимальное качество, максимальное все. Вот у нас получается, оно вспахано. А и все на этой вкладке. Тут у нас удобрено, известь не нужна, замульчировано, прикатывать не надо ничего, все шик, блеск, красота просто. Вот поэтому. Так у нас получается август.
У нас получается август. Дальше у нас посеян бобы. Это у нас аж в октябре. Так. Тростник тоже в октябре. И свекла в октябре. Да, получается, что у нас месяц перерыв. Сентябрь мы вообще ничего не убираем. А потом будет куча всего, куча, большая куча работы, здоровенная. Я надеюсь, что вернутся все работники. А если нет, ну придется самому вот так вот при помощи наемных, вольно наемных работников все это дело убирать. Заодно вот посмотрим на все эти нюансы со свеколкой. Тростник у нас тут сахарный, очень много будет. Так что, мне кажется, будет интересно. Если понравилось, ставьте пальцы вверх, будем на этом заканчивать. Да, если не понравилось, можете палец вниз, конечно же, поставить. Будем знать, как, что, почем. А вот. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Ставьте колокольчик. Вот. Переходите по ссылочкам в описании. Да, подписывайтесь еще там на разные каналчики. Заходите к нам в Discord. Ой, что это я? И в принципе все. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока.